В Челябинске похитили и изнасиловали 15-летнюю девочку. Подозреваемых уже задержали. Все произошло около теплотехнического института. Девочку силой затолкали в машину и увезли. Изнасиловали в квартире дома по улице Кирова. Подозреваемых быстро задержали. Парней трое. Всем от 21 до 23 лет. Теперь им грозит наказание. Впрочем, парни утверждают, что все происходило по обоюдному согласию. К тому же уверяют, что не знали истинный возраст девочки. Ведется расследование, сообщается, что двоих подозреваемых отпустили из СИЗО. Их причастность к изнасилованию не подтвердилась.